Это сейчас 34-летний принц Гарри обрел репутацию идеального семьянина. Однако до знакомства с Меган Маркл он был известен многочисленными романами с девушками из высшего общества и любовью к шумным вечеринкам. Американский писатель Ян Гальперин выяснил, что среди потенциальных возлюбленных принца была даже Дженнифер Энистон. Якобы внук Елизаветы и всегда симпатизировал актрисе, он был влюблен в Джен годами и говорил друзьям, что она принцесса и его самая любимая голливудская звезда, рассказал публицист. В 2009 году Энистон снялась в очередной откровенной фотосессии, после чего принц перешел к активным действиям. Через общих знакомых он достал номер знаменитости и начал писать романтические сообщения. Однако ответа любвеобильный представитель королевской семьи так и не получил, он написал ей, потом отправил смайлики. Один знакомый сказал мне, что Дженнифер знала о влюбленности Гарри, но не хотела продолжения этой истории из-за большой разницы в возрасте, сообщил Ян Гальперин в своей очередной книге. Дженнифер Энистон дважды была замужем, но так и не смогла обрести личное счастье. Фото Legend Media. Энистон действительно старше принца на 16 лет. В 2009 году, когда Гарри якобы ухаживал за ней, Дженнифер была одинока и предпочитала не комментировать личную жизнь. А вот представитель королевской семьи тогда встречался с Челси Дэйви, своей первой любовью. Сейчас Гарри женат на другой голливудской звезде Меган Маркл. Будущие супруги познакомились в 2016 году, но несколько месяцев скрывали отношения от поклонников. В мае 2019 года у влюбленных родился первенец, сын Арчи. Меган Маркл тоже старше Гарри, но только на 3 года. Фото Legend Media. А вот Дженнифер Энистон пока одинока. Зимой прошлого года она объявила о разводе с Джастином Теру. Супруги не стали рассказывать о причинах расставания, но подчеркнули, что не держат обиды друг на друга. Сама артистка уверена, что может чувствовать себя счастливой даже без мужчины рядом. Как сообщает портал Экспресс, представители Энистон опровергли ухаживание принца. Однако Ян Гальперин уверен, что все факты, приведенные в новой книге, являются чистой правдой, а Дженнифер просто не хочет ворошить прошлое. Класс пост 661 940 подписчиков.